Забил Стейблс, как оазис, расположен посреди современного городского пейзажа. Попав сюда, я была восхищена зеленью и уединенностью этого места. С первых же минут мне стало ясно, что здесь все абсолютно пропитано любовью к лошадям. От лужаек с пышной зеленью до безукоризненных загонов. И, конечно, я была уверена, что именно здесь живут одни из самых ухоженных и счастливых лошадей на земле. По словам мудрого пророка, каждый, кто любит лошадь, так же хорош, как и тот, кто щедр к бедным. Сатиш Симар, бессменный управляющий этого сказочного места, уже больше четверти века и личный тренер любимцев шейха Мухаммеда, в таком случае превосходит величайших благотворителей мира в своих глубоких отношениях с лошадьми. Именно мистер Симар показал мне все прелести Забил Стейблс и удостоил приятной беседы. Как высококлассный профессионал, он обладает величайшими наградами, в том числе от Ее Величества, королевы Великобритании. Симар всегда с головой отдает себя работе. Ему выпала честь построить это место с нуля по приглашению правителя Дубая, и на нем до сих пор лежит ответственность по выращиванию лошадей-чемпионов для самых престижных скачек мира. При посещении Забил Стейблс чувствуешь себя невероятно расслабленным и спокойным. Это счастье понимать, что тяжелые времена для таких прекрасных созданий, как лошади, остались позади, а настоящие ценители их величия способны обеспечить их достойными условиями.